Демонам, которые существуют во плоти, но в которых нет света. Они пылью супротив ветра. Пусть ангел Божий присоединит. Но кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. Thank you.
Запасы исчерп... Отлично, брат мой! Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них! Сзади! В Ревенхолме нужно быть бдительным! Лучше, Григорий, ты уже встречал мою паству.
Это ты, брат? Прошу прощения. Но ничего страшного. Мои боли — это цветочки для тебя. Пусть меня зовут сумасшедшим. Ведь ты есть моя помощь, сила, зимняя. Сюда, брат! Подойди ближе! Ты расшевелил ад! Это мне по вкусу! Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови! Хорошо, держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Целься в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. Да не оставит тебя свет! Мои запасы исчерпаны.
Как ты тут оказался, брат мой? Ты не в той части города! Разве я не говорил искать церковь? Стань на путь истинный, пока не поздно! Вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой! Держись, брат! Thank you.
еще немного. Давай, брат, залезай в люльку. Ручник, брат, сними его и спускайся. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат, и ступай легче, ибо это священная земля. Свету. Держись ближе, брат мой. Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне. Оставит тебя свет! Дети мои, это я! Я помню! Освободись, дитя! Боезапас исчез. Обрети же истину! Следуй за мной! Быстрее, брат мой!
Поторопись, пока я держу ворота! Иди быстрее! Прощай, брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место! Да осветит твой путь светлейший свет! Спаси же свою душу! Исчерпан.
Подбили. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Нового Проспекта. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон.
Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Карта устарела, но маршрут до Нового Проспект вроде бы ясен. За дорогой я не ручаюсь. Мы потеряли связь с некоторыми постами. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Видишь, я занята. Берег вызывает НЛО.